Сегодня мы расскажем об автомобиле Geely MK Cross. Можно смело сказать, что это первый тест-драйв в России, потому что ранее у компании Geely даже не было своего пресс-парка. Этот автомобиль максимальная комплектация. Под капотом установлен 4-цилиндровый мотор мощностью 94 лошадиные силы. Доступ к узлам и агрегатам по-японски простой. Горловина для залива жидкости расположена в удобном месте. Фильтр воздушный можно поменять самостоятельно, он здесь на клипсах. Ну и прочее. Щуп. Расширительный бачок с антифризом. Тормозная жидкость. И аккумулятор. Все под рукой. Несмотря на кроссоверные амбиции, емкость аккумулятора не очень велика. Всего 47 ампер-час. Багажник, как и у большинства хэтчбеков данного класса, не блещет размерами. Однако спинки складываются в ровную площадку. И делать это вполне удобно. Полноразмерная запаска спрятана в подполье, а инструменты заботливо уложены в ниши. Панель здесь расположена по центру. При этом стрелочных приборов вы не встретите, все они электронные. Во всех версиях Geely MK Cross оснащается мультимедийной системой с USB-входом, кондиционером и контрастными кожаными вставками. Кроме того, подчеркнуть спортивный или внедорожный интерьер призваны накладки на педали. Вряд ли на видео у нас получится передать палитру оттенков, но на самом деле цвета в обивке разные. Один малиновый, другой алый. Управление зеркалами крайне нелогичное. Выбирая левое или правое, надо двигать рычажок вверх или вниз. Кожаный, а вероятнее дермантиновый салон зимой будет обжигать холодом, так как кресла лишены подогрева. Кнопки освещения плафона могут залипать. Традиционно в китайском автомобиле можно встретить множество неряшливых деталей. Например, нефиксируемые ручки управления микроклиматом. Стекло у задних пассажиров опускается до конца. Места в избытке, в том числе и для коленей. Но есть одно но. Ремней безопасности всего два. Еще один элемент активной китайской безопасности – машина начинает сигналить в движении, если дверь не закрыта. Сочетание мотора и коробки передач вполне удачное. Управлять динамикой удобно, однако двигатель слишком шумный на высоких оборотах. Geely MK Cross стоит от 389 тысяч рублей до 419 за версию с люком и кожаным салоном.